Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня я хочу продолжить разговор на тему заработка в интернете без вложений. А именно сегодня я хочу вас познакомить с таким прекрасным сайтом, как SalesPrint. На этом сайте можно заработать, реально, уже попробовано, уже испробовано, можно заработать, можно вывести деньги. Что же нам предлагает этот сайт? Значит, на этом сайте есть 4 способа заработать деньги, то есть 4 способа, которые доступны для человека, который только зарегистрировался. Но я вам скажу сразу, я вам сейчас объясню про эти способы, но это не основные способы заработка. Я вот, например, пришел зарабатывать здесь на другом. Об этом я тоже расскажу чуть позже. А сейчас давайте разберем, какие же есть способы заработать на этом сайте. Значит, первый способ — это серфинг сайтов. Вот здесь платят мало, здесь я вам не рекомендую. Ну, можно от нечего делать, можно посерфить сайты. Но не рекомендую, потому что это мало, это долго, это нудно. Но в принципе, нажимаете на серфинг сайта, вы переходите на такую вот страничку, ждем, когда закончится время, проводим капчу, простой примерчик решаем, и все, денежки вам зачислены. Но опять же, я вам говорю, здесь платят очень мало. Чтение писем. Чтение писем, в принципе, то же самое, по 7, по 6 копеек за письмо, тоже пустяк, здесь тоже платят мало, здесь не стоит заострять свое внимание, но опять же, если вам захочется вдруг от нечего делать, посчитать письма, вот, выполняете задание, но опять же, говорю, что здесь за это платят мало. Продолжим, дальше прохождение тестов. Вот в прохождении тестов, у меня сейчас здесь нет тестов, но здесь можно получить где-то 25 копеек, 20-25 копеек. Мы с вами заострим внимание на выполнении заданий. Вот я лично выполняю задания, и самые-самые оплачиваемые задания — это у нас идут задания клики, задания в YouTube и социальные сети. Но социальные сети, здесь я бы сказал, быстрые задания, они недорогие, но быстрые. То есть за 25 копеек вам надо, допустим, вступить в группу ВКонтакте. Вступили в группу ВКонтакте, получили 20 копеек и все. То есть задание быстрое, там буквально займет у вас несколько секунд. Вот, например, задание вступить в группу, поставить 5 лайков, сделать репост. Значит, что мы делаем? Нажимаем выполнить задание. Переходим в группу, подписываемся на группу, ставим 5 лайков, и делаем один репостик. Вот давайте вот этого сделаем репост. За всем подписчикам сделали репост. И теперь мы смотрим, что нам нужно для отчета. В отчете ваше имя и ссылку на вашу страницу. То есть вы переходите к себе на страничку. Заметьте, я не скрываюсь, я пишу свои подлинные данные. Все, кто хочет, может обратиться ко мне за помощью. Я вам объясню, что сделать, как сделать. Зайдите ко мне в группу ВКонтакте, я вам все расскажу. Но это после. Вот так мы подтвердили задание. Все, задание выполнено. То есть вот 25 копеек уже наши. В принципе, вот такие вот простые задания, вот именно в социальных сетях. Но вот по кликам платится больше. То есть в кликах надо брать задания, вот, которые стоят где-то 80 копеек, рубль 20. Там в основном простые задания.
перейти на какой-нибудь сайт, сделать несколько кликов и все, и прислать отчет. Ничего такого сложного нету. Но я с вами хотел сегодня поговорить о другом. То есть зарабатывать здесь можно, если у вас есть время там поработать в дороге, пока едете на работу, там в обеденное время, в перерыв, вечером. Можно заработать, люди зарабатывают здесь по 300, по 500, по 1000 в день, то есть выполняя много заданий. Я знаю людей, которые выполняют огромное количество заданий. Вот, допустим, даже у моего реферала. Вот он проводит конкурс. Вот проводит конкурс. И вот смотрите. По выполнению заданий 268 заданий выполнено, да, там 600, то есть люди работают, люди зарабатывают, заработать можно. Но я вам скажу честно, я пришел сюда немножко за другим. Я здесь хочу зарабатывать на рефералах, именно на рефералах. Именно для этого делаю я видео, чтобы пригласить рефералов в свою команду. Я буду покупать рефералов на ярмарке, я буду приглашать вас. То есть вы, если вас что-то заинтересует, можете перейти по ссылке, которая будет под этим видео, зарегистрироваться на проекте и обращаться ко мне. Я вам расскажу, подскажу, буду устраивать конкурсы свои, оплачиваемые конкурсы, буду устраивать задания для своих рефералов, которые поможет вам продвинуться. Вот, я пришел сюда заработать на рефералах. Вот мои рефералы, которые у меня есть на данный момент. Заметьте, я только начал работать. Но первое, что я делаю, это приглашаю рефералов. Вот, именно приглашение рефералов. Именно на этом я буду зарабатывать. И именно для этого я зову вас на этот проект, чтобы вы зарабатывали вместе со мной. Что же нам нужно? Нам нужно продвижение по карьерной лестнице. Вот у меня сейчас рейтинг 1,8. Нам нужно набрать рейтинг хотя бы сотку до бригадира. Вот весь рейтинг продвижения по карьерной лестнице в SEO спринте. То есть, набирая рефералов, продвигаясь по карьерной лестнице, зарабатывая очки рейтинга, у вас повышается доход от рефералов, у вас повышается возможность вывода средств, у вас повышается все. То есть вы перешли со статуса прохода на статус рабочий, вы можете выводить 500 рублей в день. Также в остальном у вас сумма эта повышается, постоянно повышается, и постоянно повышаются возможности. Вот, в принципе, для чего я и создаю это видео, чтобы пригласить вас на этот проект и зарабатывать вместе со мной. Никакого обмана, ничего, я не скрываюсь, можете заходить ко мне на страницу, советоваться со мной, я вам расскажу, как что сделать, как заработать. Есть еще много способов заработка на SEO Sprint. Также можно на SEO Sprint размещать свою рекламу. Своей рекламой вы можете раскручивать свои сайты, можете раскручивать свои странички, свой канал, все что угодно. Вот я, допустим, здесь раскручиваю свою страницу, свой канал, свой сайт. Вы можете делать то же самое. Есть много возможностей для размещения рекламы, причем очень недорогой рекламы. Если вам понравится, можете разместить баннер. Баннер стоит всего 30 копеек. То есть возможности зарабатывать, возможности работать здесь есть. В дальнейших, в следующих видео я вам более подробно уже расскажу о том, как заработать. По появлению вопросов, как будут появляться вопросы под этим видео, я буду создавать видео и рассказывать, как заработать, как сделать. Просто вот впустую что-то рассказывать, интересно вам, не интересно, я не знаю. А задавайте свои вопросы под этим видео, и по этим вопросам я уже буду снимать новые видео и рассказывать новые подробности. Также заходите ко мне на страничку ВКонтакте, пишите, и я вам там уже все подробно объясню. По возможностям заработка я вам кратенько сказал, что вам нужно сделать. Вам нужно перейти по ссылке, которая будет под этим видео. Переходя по этой ссылке, вы попадаете на вот такую вот страничку регистрации. Вводите лучше подлинные данные, поскольку все-таки это связано с деньгами. И еще будьте внимательны, соблюдайте правила. Меня уже один раз забанили. Нельзя создавать мультиаккаунты, нельзя создавать два аккаунта с одного компьютера. Работайте честно, по правилам, и все у вас будет хорошо. Значит, что же нужно сделать? Вам нужно
написать, как вас зовут, написать работающий e-mail и указать номер мобильного телефона. И все. Запустите капчу и нажать продолжить. После чего вы уже становитесь полноправным участником проекта SalesStream. Все просто, все легко. Регистрируйтесь, приходите, регистрируйтесь, зарабатывайте и задавайте вопросы. На все вопросы я буду отвечать. Есть много хитростей, есть много секретов. Для тех, кто будет размещать рекламу, я обязательно расскажу, как проверять выполнение рекламы, потому что есть много халявщиков, которые хотят заработать деньги за просто так. И, вот, допустим, моя реклама, простые клики. Присылают копии рекламы, присылают полно всякой хрени. Я расскажу вам, как проверить, как сделать так, чтобы вас не обманули. Заходите, регистрируйтесь, пишите мне в группу, пишите мне на почту. Все будет под этим видео, все ссылочки будут под этим видео. Регистрируйтесь, я жду вас в своей команде. Ну а на сегодня все, всем спасибо. Еще раз говорю, задавайте вопросы по видео, и по этим вопросам я уже буду снимать новые видео. На сегодня все, всем спасибо, до новых встреч, пока!